там не пройдет. Thank you.
вы сегодня слышали наших девочек, понятно, что играют замечательно, и им надо попробовать, конечно. И мы им от души желаем, чтобы все у них получилось. А кто-то будет просто радовать своим музицированием. Лариса Аркадьевна, простите нас, пожалуйста, за часто не сделанные домашние задачки и работы.